Здравствуйте, меня зовут Дондоп Лама. Вы смотрите гороскоп Зурхаи на ТВ. Сегодня 23 февраля, среда, 22 лунный день. День хороший для людей, родившихся год. Мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Очень хорошо в этот день постигать науку, новую профессию, изучать астрологию, новые языки, совершать подношения, проводить обряд долгаваха, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, ставить закваску, усмирять врага, подавлять нечисть. Неблагоприятный день для людей, родившихся год змеи и лошади. Не стоит начинать путешествие, дальнюю поездку, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похоронные поминки. Отправляться в дорогу к новым беспокойствам. Стрижка волос, к удаче, приятным находкам. И помните, единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь. Магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены как в магазине. Быстро, удобно и просто. ты-абсолют-shop.ru